Последний звонок сегодня звенел не только у старшеклассников. Во всех школах города состоялись последние звонки в четвертых классах. Выпускники начальной школы удивляли родителей и бабушек концертными номерами, хореографией и спортивным мастерством. В 17-м лицее с первой школьной учительницей многие дети прощались со слезами на глазах. На последнем звонке в 4-м Б сегодня побывали активисты партии ЛДПР. Они поздравили детей с праздником и вручили подарки, которые пригодятся и в учебе, и на отдыхе. Мы приехали в лицей номер 17 поздравить выпускников начальных классов. Мы желаем им огромных успехов в учебе, а также спортивных и творческих достижений. Также все дети получат памятные подарки от партии ЛДПР. Это тетради с логотипами с нашими, дневники, ручки, футболки. Очень удивительно.